Всем привет! Сегодня продолжаем тему с рисуночками. Да, нам понравилось. Надеюсь, вам тоже. Ну, в общем, у нас такая была задумка. Как вы уже поняли по названию, мы составили список топовых YouTube-блогеров, написали их на бумажечках, кинули в нашу уже вам известную коробочку. Тянет Макс, тяну я какого-то из блогера. И на время рисуем. Да, важный момент, что рисуем на время. Времени да. Сколько? 2 минуты на все про все. Можно 3. Нет, 2 минуты. Потом друг другу показываем и должны угадать. Да, то есть у нас есть список, мы примерно знаем, кто там будет. Да, так как мы, конечно, не супер рисуем, да, к сожалению, решили себе упростить задачу и хотя бы ограничить круг людей. Старались брать вообще там ассорти, и я вообще не всех смотрю, которых писала. Суть в чем, что мы будем не с головы рисовать, мы будем гуглить их фотки и перерисовывать. Ну а как оно получится, уже посмотрим. Запаслись сегодня. Затарились сейчас. Да. Распаковка маркера. Супер альбомчики. Угадайте, кому какой правильно. Держи слона, господи. Держи животных. Отдай машинку. Отдай мою машинку. Нет. Сейчас еще будет драка за маркер. Да, рисуем вместе одновременно. Я свое, Мариш свое. А таймер как мы будем? Давай сейчас, секу. Ой, я боюсь, кто у нас в списке? Ой, а кто у нас? Джарахов, да, Ивлеева, да. Маша Вэй, Марисен, Катя Клэп, Амиран. Ой, ну 20 человек, мы выбрали 20 Соболев. Человек. Соболев. А, да. Ну, в общем, такое. Самых разных направлений, областей, поэтому будем пробовать. На любой вкус. Да, да. Ну давай, кто тянет первым? Ты тянешь первой. В общем, я. А ну ладно, я была, не была, ты первый тяну. Я не смотрю, не смотрю. Я не смотрю. Давай. Если будет плохо видно, да, я там напишу. Кручу-верчу. Я тебя хочу. Кручу-верчу. Я тобой заржу. Попадись, Соболев, попадись! Ой, не надо. О! Да? Ты там увидела в зеркале? Нет, ты закрыла глаза, все честно, так же неинтересно. Молодец, ты умничка. Гуглим пока, да. А. Ну как бы я знаю. О, я да, сохраню фотки, с которых мы будем брать пример. И чтобы вы видели, как было, как мы нарисовали. Да, точно, так и сделаем. Шедевр за 2 минуты? Да. Так, где-то. Ну скажешь, когда выпускать. Все, я да, готов. Понеслась. Ты каким будешь рисовать? Давай, чтобы мы сейчас не дрались. Ну, а тебе надо черный, я могу синий взять. Хорошо. Так, ну все, понеслась. Все. О, все, таймер пошел. Поймал тебя. Ты листы отрываешь. Да, я тоже заметил. Как ты, когда брал, не обратил внимания. Так, не подсматривай. И ты тоже. Уж простите, да, заснять процесс рисования не получится. Что я рисую? Слушай, если я не справлюсь за 2 минуты, то я не при делах. Мне тебе угадывать. Уши. Блин, почему у меня так глаза куда-то не вверх ушли? Это капец. Сейчас, первый этим. Сейчас шея пошла. Плечи. Сейчас пока еще пикает. Можно. Хопа-хопа, все, идеально. Я зрачки дорисую, мне нужно синее. Сейчас, волосы. Да не синее. Шедевр. Еще штрихи. Ну давай, я угадаю. Что? Какой-то баба-мужик. Мужик звала. По-моему, гениально, как по мне. Если ты видела фотку, с которой я перерисовывала, шедеврально. Видно, отлично видно. Блин, мне из-за подбородка Собчак сразу напоминаю. Не, ну может ты следишь за модой, ты поймешь за этой прекрасной платьечкой. По взгляду ты что, не видишь? Тебе взгляд ничего не говорит. Меня ее улыбка отвлекает. А можно какие-то подсказки? А, подожди, у меня же есть определенный круг. Так, кто это может быть? Это не PewDiePie, определенно. Это не Ван Гай. Я его давно не видела. О, я вымазала. У нас девочек не так много было. Это. Блин, натуре, я только не помню, как ее правильно, я все время забываю. Она за Чупакаброй замужем. Ну а этот, безглазый рэпер, LJ, жена его. Так красиво, я перестаю дышать. Как ее? Она? Жена?
Ну да. Жена Чупакабры, или что это за ответ? Жена ЛДжея, блин, забыл, как ее, Ивлева. То есть ЛДжея ты помнишь? Ну, вспомнил. Ну, она же это, да? Блин, ну, единственное, кто мне напрашивается. Она еще это, Орел и Решку вела. Я смотрел Орел и Решку с Андрюшкой. Так она с ним вела его. А я его помню, да, с ним. Понятно, но Андрюшка рисовать не Андрюх, на фоне. Респект. Давай, будешь, короче, мое творение угадать. Боже, это какой-то гангстер-рэпер, короче. Блин, обидеть! Как шикарно! Да куда нос ушел? Смотрите, блин! Офигеть, блин, да тут вообще без вариантов, конечно, не подгай! Блин, у Вилсакова это тут вообще, боже, ребята, смотрите, как похоже. Но тут все просто, потому что борода... И лысина, и жирное лицо. Нет, да, и лицо, и губы такие пухлые. Как у тебя офигенно получается за 2 минуты, я в шоке просто. Блин, ну что за парочка, соединяем сердца. Я хотел плоское яблоко нарисовать, но так было подсказка. Очень, ты шо? Вот это борода, прическа, лицо и губы, все. Если, Валя, если ты это увидишь, я не знаю, увидишь. Ну, прости, честно, прости. Давай отправим ему посылку. Так, ладно, кручу, верчу. Попадись. Опять не Соболев. Я на любого согласна. Не слушаю. Я вообще не помню, как то, как. Да я думаю, пол можно полить все равно. Как рисовать? Хотя ладно, не надо. Да вот именно сейчас говорю такие, ну давай, я пошла. Как он рисуется? Ага, это он. Не, ну не смотри ты. Я ж еще не знаю. А, чё, мне нельзя, чё, ой. Я все, я переживаю, как нарисовать. Все, не смотрю. Не трожь старушка, я в печали. Все, я вытянул, мне надо гуглить, потому что, блин. Так. Я эту фотку. Так, подожди, что же надо? Мне надо синий. Мне надо красный. Блин, я буду одним, красный, потому что я уже накладчила. Синий тебе опять надо? Ну ладно. Да, мне синий. У меня этот аватар. Раз, два, три, елочка. Гори. Ой, что-то нос я вообще запрягал. Да, с носами вообще проблема. Это у них проблемы с носами, у нас все хорошо, все. Ничего не знаю. Иди маркер. Все? Я почти все. Ой, я думаю, что ты опять одно и то же рисуешь? Думаю, как это возможно? Я не смотрела. Ну, да. Не, давай ты теперь. Ну, хорошо. Ой, а я не нарисовал нижнюю часть лица, подбородок, нихера. В смысле подбородок не нарисовал? Что? Да, да! Ну давай, хоть подбородок. Я же с зубами. А, ну понятно. Красные волосы. А кто-то у нас вообще из девочек, подожди. Сейчас Спилберг влезет. Но она не красила никогда волосы. У Маши были розовые. Подожди, у нас Маша Вэй, Марисет. Марисет была розовая. Знаешь что, ты больше не угадываешь, кто это, а вспоминаешь сейчас так, что там, кто был в списке. Сопоставляешь, подходит. Да, и потом, ну, потому что такие шедевры. Блин, ну тут... Тут даже проще, чем с Вилсакомом. Смотри, даже камера распознает лицо. Она фокусируется на этом, значит, не все так. Я понимаю, это же его лицо. Я не помню, кто там у нас еще не запал. Катюха. Мариша, да, мы поняла. Катюха, Катиклэп, ты не так надо было рисовать. Это кончики красные. Я ее еще смотрела, когда кончики красные были. Какие красные волосы? У нее розовые там были. Что нашел, то нашел. И, по-моему, голубые когда-то были, бирюзовые. Итак, ты готов? Нет. Беги. Бегу. Потому что эти глаза, ты не сможешь перед ними устоять. Да ладно, боже, ну тут... Юра, здравствуйте. Как ну так просто. Тебе реально похоже. Это шикарно. Блин, ну дуть, ну вообще. Ну тут единственное, очень похожая прическа и это форма лица. Да, лицо, да, лицо, глаза, да. Уши. Юра, вас невозможно ни с кем спутать. Это шедеврально. У меня главное сделаю. На один стиль, как будто это Настя, это Лянька, как будто из одной семьи. Когда они так все похожи между собой. Ну так у тебя же есть определенный стиль, да? Настя. Юра.
Блин, ну Юра вообще шедеврален, боже, шикарен. Приглашайте нас на интервью, мы обязательно вам подарим этот шикарный портрет. Так, понеслась. Ну что, предлагаю еще по одному? Ну давай, давай. Давай подожди, кто рисовал? Ой, кто тянул? А, ты давай теперь, ты первый. Я в прошлый раз первый раз тянул. Ой, не надо. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Он выход. На этом моменте у нас перестала работать камера, которая писала звук. Тут я показываю на нее же, что мне достался Андрюш Петров. Дальше тянет бумажечку Маришка. Смотрим. Офигеваем. Кто же там? Кто же? PewDiePie. PewDiePie. Мариша счастлива. Так, всем сорян. Камера внезапно выключилась. Поменял батарейку, так что если ракурс поменялся... Упс. Хорошо. Давай я все черным зафигачу. Ой, а мне надо много цветов. У нас тут есть оранжевые. Да, кстати. Ого. Желтого, да, нету зато? Угу. Так, понеслась. Раз, два, три, начало игры. Ой, сейчас. Фу. А, да. Так, если ты тут не угадаешь, то я даже не обижусь. Блин, мне там все надо. Боже, что ты это делаешь? Опять-таки, может, ты этого человека смотришь? Давай еще глаза нарисую. Все, что могла. Это сделала. Шею мне не нарисовала. Ну, думаю, не просто. Я тоже. Я нигде, по-моему, шею не рисовал. Катюха без подбородка! Какая шея там вообще? Я тут явлением плачек сидела. Вилсаком все это. Ну, вилсаком вообще можно шею не рисовать, вот там борода, все. Конфетка. Ты знаешь, тут по взгляду можно думаю понять. Что-то. Да ладно, ты что прикалываешь? Да как ты так рисуешь? Да. Блин, а, ну вы уже видели, кто это, да? Ну похоже, да ну я... похоже. Ну это PewDiePie, ну ёлки-палки. Ты смотришь, что ли, или что? Ну PewDiePie, кто не знает PewDiePie, ну еще. Я вообще его не смотрю. Ну как бы наслышан, но не смотрю. Блин, конечно, 100 миллионов подписчиков у него, попробуй о нем не знать. Но PewDiePie, ну... Но я не смотрю. Блин, слушай, ну PewDiePie. Какой-то чуб с лысиной идет. Чуряля похожа. Ну у него высокий локоть, да. Глаза, как ты знаешь, взгляд такой. Вот это да, вот этого. Блин, он шикарен. Слушай, мне понравилось. Классно, классно. Заказывайте работу, будем рисовать. Кто ставит 10 комментариев, нарисуем подписчиков. Ой, молодец. Are you ready? Заболю, заболю, заболю. Боже, это же это какой-то Марли Мэнсон. Что это такое? Мне Джокера напоминает. Кто там сейчас в моде этот? Как же его? Даже камера лицо не узнает. Ну же ж не блогер. Как его там? Вот тот. Моргенштейн, чи как его там? Какой-то сейчас певец мод. Боже, а у кого зеленый тень? Вот кто-то был какой-то 90-х, я не знаю. Это мой кумир. Я не знаю. Кто не знает, подсказка сверху. Это он. Ну кто может туда красиво краситься? Конечно, после кумира есть догадки, но блин. Че, Петров, что ли? Андрюшка. Он красится лучше, уж не носит серьги. Ну я нашел фотку такую. Да. Я пока рисовал, из-за зеленого цвета я Джокера вспомнил. Ну если бы еще без сережки, я понял, меня с сережки смутили. Блин, я вообще забыла, что у нас список. Ну да, как бы я думал, что ты как бы... Я вообще начала так обширно думать. Ну что? Мушки затекли. Все остальное всех блогеров оставим на потом. Ну да, все, надеюсь, вам понравилось наше творение. Мы обязательно, если что, к этим вернемся. Все, ребята, до завтра! Мы вернемся! Пока-пока!